Так, мы купили линзы голубые. В общем, я так уже не покажу. И тут картинки нету. Сейчас буду первый раз надевать. Первый раз в жизни вообще пользоваться этой фигней. Так, руки помыла. Мне страшно. Ну, первый раз всегда страшно. Они какие-то... Кто не говорил, что приятно было? Странно мягкие. Они такие должны быть, наверное. Всегда хотела себе глаза голубого цвета. Ну, блин, ну, ляй, ну как это можно в глаз впихнуть? Попробуй впихать. Да нет, они не такие должны быть. Я таким не страдаю, поэтому не знаю, какие они там должны быть. Она просто не одевается. И все. Так, это левая, я на правую надеваю. Тут еще значение имеет левый и правый. Мне казалось, вообще пофигу. Куда ты? Она сразу перегинается. Она... Может, ты не той стороной одеваешь? Да я уже перевернула, вывернула ее. А она выгинается, и все, и я не могу ее впихнуть. Один раз она рыгнула, все, она выгнулась, и я не могу ее засунуть. Она еще прилипла. Да елки-палки. Там есть инструкция. Снятие линз. А как одеть? Установка линзы. Не просто надевать, а устанавливать. Ой, бог ты мой, там двумя руками. Так, а, там вот так вот надо. Окей, правый глаз. Там как-то надо. Я не могу, чтобы не моргнуть. Она выворачивается сразу, ну как? Яна, мне нужна твоя помощь. Еще должна сделать? Вывернуть тебе глаз? Она все равно, сука, выворачивается. Все, как бы я себе не растягивала глаза. Я не могу. Мне надо, чтобы я держала два века и не моргала, а ты мне просто на глаз. Как я буду их сама тогда надевать? Это же бессмысленно. О боже, бля. Это капец. Есть идеи? Нет, я что-то делаю не так однозначно. Но что? Я не могу понять. Может быть, на подоконник пойти, да? Я перебралась к окну. К окну. У меня такое маленькое зеркало. Не знаю, увижу я там что-нибудь. Дубль 10, там уже куча грязи в воде. Может, даже не стоит этого делать, но хотя бы попробовать стоит, пока там... жидкость эту не куплю. Вот. Она торчит вот так вот, как в принципе, по-моему, и нужно. Там написано, оттягиваем верхнее веко. Но она выгинается, но все равно. Как бы я не мучила свой глаз. Ну вот, я даже прислонила ее полностью. Она не прилегает к глазу. Она снимается. У меня глаз теперь как с фингалом. Линзы почему? Я тебе за что говорю? Они должны быть чуть упруги. Да подожди, мне слеза течет вовсю. Я не могу, она не перестает у меня течь. Потому что у меня уже мусор там какой-то. Я уже натерла себе этот последний глаз. Последний раз. Пробуем левый. Раз. Левый не получается. Но он не становится. О, стал. Обалдеть! Классно? Да. Вот я не установила на сам вот этот зрачок, он установился а там сбоку. Так и есть. Там, короче, и когда ты два раза, три раза там моргнула, написано, вы установили, а потом, короче, вы... Оно устанавливается само. Да. Вот. Проморгнули, и оно устанавливается. Оно само устанавливается. Но пробуем правой. Смотрится круто. Но не... И видно все классно. Правда, немножко дискомфорт, по краям размыто немного. Но мне кажется, надо. Нет, это из-за мусора может быть, потому что там уже много мусора. Должна быть гигиена соблюдена. Но я уже одну уронила эту, а эту, да, пальцы. Но я руки мыла, но все равно пыль-то оседает. Ля, он так уходит, а потом становится на место.
Какой вам цвет нравится больше? А можно так ходить, кстати, прикалываться, да? Да, да. Если направо не можешь установить, ходить. Да, кстати. Если я не смогу ни на один установить, я буду вот так вот ходить. А если хотя бы на один, то буду так. Если вы меня встретите с таким фейсом, значит, знайте! Не было возможности установить на второй глаз. Пока я не увижу полную картину, пробуем. Я еще сфоткаться хочу. Ты моргаешь. Так потому что ты там лазишь долго. Она высыхает. На пол упала. Я не могу. Так, сделать все единично. Вот. Макаю в левую. Подождите, сейчас на полу вымою. На кровати вы. Подожди. Мне нужно истерику успокоить. Вот, подожди. Баргай. Стой. Да подожди. У меня же живые. Живые. Да? Так, я, знаешь, какую методику вывела? Что нужно смотреть туда. И так. Тогда, короче, мне удобно, когда ты сюда ложишь. Угу, я здесь, получается, само. Ничего особо не чувствую. Хотя это странно. Если бы она чтобы не выгибалась, вот, вот эта вот линза. Все. Нет, она выгибается. Это линза. Подожди, стой, нет. Выше открой. Выверни ее, может, она я неправильная. Вывернула. Уже второй раз или в третий? В десятый. Смотри в другую сторону. На. Да не туда, это же не там тот контейнер. Чисто. Этот глаз пострадал больше всего. В этот прям потому первый, что линза, с первого скорее раза. Всего, не от этого глаза. От этого, может. А может, не пробуем. От этого. Там как-то у нас получилось. И это случайность, короче. Да. Вот ты моргаешь не вовремя. Подними вверх глаз. Тихо, ты мне там когтями садишь. Вверх, просто вверх подними. Вот как так можно? Сама линза неудачная. Да удачная все, это у меня руки из жопы. Надела! О, боги! О, ужас! Наконец-то! Я кончила. Мне теперь запикивать придется. Сижу теперь, рыдаю в линзах. Так, а мы сейчас посмотрим, как это будет выглядеть красиво. В слезах, в соплях, но красиво. И в губной помаде. Ну и как? Мне кажется, мне не идет. Ну что, надо столько мучиться, чтобы потом сказать, что мне кажется, мне не идет. При том, что я аж сопли повыскакивает. Сопли сказать, что мне не идет. Ну, во-первых, непривычно. Кажется, неестественно, потому что они слишком голубые. Еще плюс ко всему, что я уже этот глаз так намучила, и у меня все тут красное, опухшее по сравнению с этим глазом. Поэтому кажется, что я урод. Я буду снимать видео в них еще. Надеюсь, если надену в очередной раз. И накрашусь, если, то вообще шикарно будет. Это очень тяжело, не так, как кажется, но результат того стоит. Угу, иди отсюда. Теперь самое главное, стал вопрос, как их снимать. Там есть, кстати, да иди отсюда. У нас же есть инструкция. Тщательно вымойте руки, соблюдайте правила гигиены. Это не про нас вообще, как бы. А, помыть руки. Руки чистые. Только там нет инструкции, как их снимать. Теперь хрен снимешь. Они становятся назад и все. О, ужас. Ой, только так можно. Воду кто поменял? Поменяла водичку уже. Да, снимать их, конечно, легче, чем надевать. Глаза сейчас кажутся как голые. Свобода! Чего только бабы не придумают.